которые я неустанно говорю, и сейчас у меня мамы подключились, мамы сейчас стали у меня рекламировать вот эту вот нашу продукцию. Поэтому я сегодня, знаете, с удовольствием, с любовью, прямо с таким с удовольствием рассказываю. Вот это вот врожденная патология гортани. Это есть такая патология, стридер называется. Это недостаток гортани, когда ребенок хрюкает и днем, и ночью. Понимаете? И потом он часто простывает, у него мокрота не отходит. Вот крем я ему дала пить и мазать только шею. Сорвал у меня как еда идет. И сейчас он не то что хрюкает, он сейчас поет, двухлетний ребенок, понимаете? Вот, без антибиотиков, без лекарств. Он сейчас, знаете, вот мама прямо несколько меня не находит. Она каждый раз, когда ко мне приходит на контроль, прямо рахмерная тогда, ну не знаю, она начинает всегда с изги Аллах Ризабосн. А я всегда говорю, Аллах Ризабосн, компания Голкрейха с изги Аллах Ризабосн.